Уважай родителей, цени жизнь, быть здоровым модно. Такие жизнеутверждающие положительные призывы оставляли одесситы на месте рекламы наркотиков. Активисты, которые постоянно закрашивают наркорекламу, говорят, что самые популярные среди наркоторговцев – спальные районы Одессы – Суворовский и Киевский. Здесь сложно найти дом или забор, где нет запрещенной рекламы. Мы сейчас, кстати, находимся возле территории школы, и для меня это, ну, прискорбно видеть, как играют дети, и здесь же куча агрессивной пропаганды наркотиков, которая может, ну, по крайней мере, может быть, не вовлечь каждого, но заинтересовать как минимум. У детей есть неподдельный интерес ко всему, и я думаю, они зададут вопрос своим родителям о том, что такое на заборе там написано. И если родители это не объяснят, то объяснят какие-то старшие сверстники. К общественным организациям присоединились сотрудники областного управления противодействия наркопреступности. Инициативные одесситы намерены очистить от пропаганды наркотиков не только Одессу, но и область. Планируют подобную акцию провести в Овидиопольском районе. Цель акции, скажем так, предотвратить распространение наркотиков. Вот. Закрашивание наркоадресов, наркотик молодеет, многозависимых ребят начинает употребление уже лет с 13, с 15, то есть это более в детском возрасте. И цель этой акции предотвратить, возможно, да, там возле школ, возле детских садиков. На самом деле этих адресов очень много по всей Одессе. Просто мы изначально как начинали? Просто ходили самостоятельно, вот так и закрашивали. Вот видели, взяли баллончик, я рюкзак взял, пошел закрашивать. Там на трафарете показал, там ценуй життя, поважай батьків и так далее.